В этой профессии нет случайных людей. Спасатели – это призвание мужественных и сильных. Серьезные аварии на дороге, пожары, поисковые операции – это все их призвание. А тех, кто выбрал своей работой рисковать собственной жизнью ради других, рассказывает Ирина Бугрим. Работа спасателей – тяжелый труд, связанный с постоянным риском для жизни, требующий значительных физических и моральных усилий. Они всегда первые там, где людям нужна помощь – на пожарах, в завалах разрушенных зданий, в эпицентре природных стихий. Играя со своей судьбой, они спасают чужие жизни. Самый главный успех в нашем деле – это жизнь людей, которые удалось сохранить. Для этого мы ежедневно совершенствуем теоретические знания и практические навыки. Для пожарного и спасателя самое страшное – это не сделать все возможное для спасения жизни человека, не успеть вовремя помочь. Настоящий пожарный и спасатель не знает, что такое усталость, не знает выражения «не могу». Пожарный гарнизон постоянно пополняется молодыми бойцами. Младший сержант Роман Весловский на службе всего 3 года, но уже успел заявить о себе. Боец Весловский проявил себя в профессиональном конкурсе, в фестивале «Славим человек труда». Он стал серебряным призером. Были региональные соревнования. И уровень соревнований был высокий. Поэтому, может, по неопытности, то, что я еще молодой сотрудник, мне не удалось занять первое место. В этом году сотрудники Муравленковской пожарной охраны также стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Созвездие мужества». За профессиональные достижения отмечены сразу несколько огнеборцев, а также 6-я и 40-я пожарно-спасательные части. И все благодаря профессионализму личного состава. Это очень ответственная работа. Каждый сотрудник должен с пониманием относиться к этой работе, так как он несет ответственность не только за свою жизнь и за своих товарищей, но и за жизнь непосредственно у кого произошла беда. В этом году сотрудники Муравленковского гарнизона более 40 раз выезжали на пожары. 8 из них произошли в жилом секторе. К счастью, человеческих жертв удалось избежать. Стоит отметить, что пожарные принимают активное участие в жизни города. Они постоянные участники благотворительных акций, помогают и ветеранам службы. И все это от чистого сердца. Ирина Бугрим, Антон Иванов, Новости Муравленко.